23 июня, в день единого приема граждан, глава Карелии Артур Парфенчиков встретится с жителями Муйзерского района. Члены правительства и республиканские министры выйдут в остальные районы республики. В большинстве районов Петрозаводска отключили горячую воду. До 3 июля бойлерами вынуждены пользоваться жители Центрального, Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Галиковки, Зарики, Куковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, 5-го поселка, районов Привокзального и Радиозавода. 20 июня на набережной Онежского озера пройдет акция «Мы за здоровый образ жизни». Гостей приглашают на танцевальные мастер-классы, фитнес-разминки, показательные выступления и подвижные игры. 20 июня с 14 до 16 часов в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Карелия будет проводиться горячая линия с налогоплательщиками по интересующим вопросам. Петрозаводчанин выиграл 1 миллион рублей в лотерее «Русское лото». О своей победе он узнал в день рождения. Как сообщает столица на Онега, мужчина потратил выигрыш на подарки для близких.